Моют и в праздник в Ривненской области зафиксировали новую попытку добычи янтаря. В так называемом районе подстанция в Клёсове старатели вышли на работу с несколькими десятками мотопомп. На место выехала опергруппа, но их заблокировали местные жители. И оперативники вызвали подмогу. Вот как о ситуации рассказывает руководитель оперштаба. Они уже там полностью приготовились для того, чтобы постоянно работать там. Мы вызвали экскаватора, значит, загребали. Ну, при том, как мы это все делали, нас снова оточили с разных боков. Супротиву не было, они побоялись, и мы вышли, зачистивши всю